Ну, короче, с записью 8 кадров, без записи 14 кадров, на 6 кадров разница. Это Бандикам. Вот сейчас переключал, посмотрел. Эти тени сейчас с Вером будут. Готовьтесь. Челика захватать, захилить. На фул рейд поднимите сейчас по максимуму, постарайтесь его 0 дродру. Его здесь пылить надо, дубовую прожми. Тотемы трепета где у вас? Третья, четвертая пати. Бля. Вот тебе и бля. Че, арест, говорю? Так, ну, я рарник арестну. Вставай, отбегай. Я залагал жестко вообще. Чуть провесилось здесь. Три укуса только. Передачу укус. Мистери, давай, блядь, передай такой укус. 10 секунд. Файса, назад чуть-чуть. Да любого кусай. Да он. Так. Ну давайте Геру похуй. Хули. Взлетка сейчас. Да похуй. Быстрее хилы будут хилить. Так, хукмастер, готовь прожим. Нотхант сдох с укусом. Хотя в пати Белфаст есть с тотемом. Зубы по Хейла дали. Зачем? Не знаю. Я же говорил, на себя зубы и гибнут. Укусы передать. Милика вкусать. Вот Гере так не получится по уебищному убивать. В бешенстве хил, да? Я его прикончу. Это Ван Хельсинг? Ван Хельсинг, блять. Оба ешка. Оба жруха, нифига. Что-то этих багрух реально в последнее время дохуя штуки 4 видел. Как мусора просто. Вот туре, блять. Ну она там что-то 35-37 тысяч стоит. Ну типа убил этого вампира. Ван Хельсинг, значит, да? Да нет, уже дешевле, она что-то 22 или 23. 30. Да они заебали перебивать цену, петухи, сука. Так, ханту в подарок, короче. Ну, можешь быть этим Линкольном. Блять, я еще квест... Вампиров. Я квест, что ли, не взял? А, нет, взял. Прикинь, просто сейчас. ОД, блядь, просто ОД. Прикинь, вторая сейчас. Вот, да, смотри. Ну, у багруха упала. Мордаун в ГЦ. Давай ее в ГБ, нахуй. Смотри, кольцо неплохое. Прикинь, сейчас мне вторая багруха выпадет с этой хуйни. И губозакаточная машинка вместе. Да, сейчас смотри, просто на стриме нахуй. Опа, ноль нахуй, нихуя. Понял, блядь. Судьба меча такова, блядь.
Так, мы Валькус не убили, блядь, это хуёво. Ну, еще. Так, хилы, готовьтесь, не проебите. Ой, а чем тебя так отхиливает мощно? Хуй знает. Молитвой. Чем-то отхиливает. Не, ну у него такой заебись прям отхил. Ну просто барабанный скид 40. Ну хилы хилят, блядь, наверное. Тысяч на 140, нет, показывает, что как будто ты сам себя отхиливаешь. Не знаю. А, может могильное касание вот это, блядь. Да, вот некротическое касание и у тебя еще идет дикая защита. Защита, да, там сорп идет. Сейчас смотрите, лед появится. Вот целительный сульда выберите. РДДшники, убейте. Я метку вам поставлю, может вы не видите. Вот ромбик поставил. Милики только под прожимом бейте. То сдохните. Или хильтесь как-то, хуй знает. Ну, сейф на рейд давайте, гим на хп. Все уже можно не давать. Меня забанили, блядь, ёбаный урод. Вы на хп-то хоть на свое смотрите. Вот пэс вообще в мелизоне зачем стоял? Чем эта багруха так ценится, я немножко понять не могу. Потому что хилом топовая шея считается. Ну и многим РДД, то есть ты твину берешь ее, и тебе не надо остров лечить. Красивая моделька просто, на самом деле. На трансмод, ну, берут. Кто там, блядь, на пишущей машинке хуярит? Сейчас прибудет её подкрепление. Нужно с ней быть. Или что это, блядь? Какая-то пеня такая. Так, сколько у меня записи там, блядь? Где моя ярость, сука, тварь? Бей меня. Ебать, по 700 бьет в сорб, блядь. Не, ну ты сам попросил. Моба добиваем сначала. Не идите туда. Куда побежим? Так, я слева, хукмастер справа.
Ебать, как я вращаюсь в земле, блядь, рывками нахуй. Короче, мне надо чарку еще одну на медведя выбить. Которая АОЕ урон снижает. Улетает. То ли паун. Соло? Ну да. Я открыла портал в изумрудный сон. Там вы найдете спасение, герои. Да тут, блядь, половина первого рейда, конечно. Вот так и надо поддерживать эти два рейда. Будет вообще прекрасно. Новых людей можно смотреть. Ну первый ты прям разбавил. Да я что-то не знаю, нет, там прилично было, ну, нормальных людей. Просто исполняли какую-то хуйню. Может, что-то не повезло. Там вообще дичь происходила. Сейчас посмотрим, что здесь на Синдре будет. Больше с палом прилетаю на холике. Прилетай. Если тут скучно, в принципе, 2 ДЦР дру есть, нормально. Мастера там не проебите, кто там хилит, сука, он сейчас сдохнет нахуй. Ну что за хуйня? Диспельте эту хуйню, проклятие, это, блять, кишки там или что, вот эту хуйню, блять. Сука, выброс внутренностей нахуй с него, блять. Если тебя пробивает оковы, дай мобу и отбегай от него. Тут так сдохнешь, блин. Я не трус. Да не, ну если сдыхает танк, то это хуёво для рейда. Так что лучше покатить, если можешь. Найдете спасение, герои. Ну, блять, первый жирный у меня на.
Держитесь. Тут вообще неплохой FPS, 27 нахуй. Я понял. Нафиг там попробую будет делать. Давление идет. Еще скул. Два плаща. Ну, плащи-то топовые. Ну. Ну да. Сегодня со всех пасов подбит осколок. С двух не упало. С одного, наверное, не выпало. Из двух, да? А, с ребра не упало. С ребра упало, с леди не упало. А, я не видел, чтобы с ребра. А, с леди, да, не упало. Так, как мы будем делать с твоим ЕП, Шура, братал, брателла, блядь? У тебя не связаны или что, я не помню. Или разные? Разные. Ты, получается, две шмотки забрал и на того, и на того. Ладно, похуй. Когда и там словил. По половине ИП дам. 600 туда, 600 туда. Так, следующий. Врей. Может мне почту поставить внизу? Пожалуйста. Сейчас поставлю. Кидай массовую левитацию. Сбоку стоит почта. Мардан, ты тут? А где он, блядь? На лифте упал? Да-да-да. Сейчас я сам не вижу. Тут чей-то вурдалак бесится, блядь. Сука, нихуя он бешеный. А вот он сдох. Спокойте, вурдалак. Шкаф. Ты уже на лифте спускаешься. Мардаун. Ну да, он-то с умнем, да. Шкаф ебашьте, а вот он. Ты долго, Хурюк? Нет. Второй плащ кому дали? Урей, магу. Псыв, значит, ждите ответа. У мага, да, вообще боссаный плащ. 45-й, блин. А в Рей это что? Это удачный. Тоже твинка. Султана 71-го. Султана, где у тебя дырка в плаще? Плащ дырки. Так, я полутал его только с РС. А, точно. У меня 245-й, давно его был. Да ладно. Заходим. Радника только нету. Конечно, блин, за день все закрывается. ДПС, нахуй, по 100 тысяч людей, блин. Там, наверное, соло инсты закрывают, блин. Ну, не по... По полтиннику, вот, скорее всего, по 40, по 45 ДПС. Ну это считай 4 челика могут целка Геру закрывать. Не 4, 5. Ты что, про X2 сейчас? Ло. Да, да.
10 человек нам могут закрывать, блядь. Ну, опять же, не у всех. Но еще неизвестно, может там целка по это... разбафана вся. Нет. Нет? Ну, это тогда, не знаю, смысл. Разве не дарок? На трансмоках. У Фруко. Фурика. Там же до сих пор ходят ГМ-обычки, охоту закрывают. Ну да, только 260 плюс, блин. Да. Я зашел один раз такой, охренеть не встать. А еще там уебывают стя, что ты такой лоу-скильный, блин, лоу-левельный. С центра уходите все. Че ты брюлями не забитый? Не, ну есть плюс, конечно, там по 20, по 40 этих жетонов стоит все. Ну так то, что уже ни на кому и нахрен не надо. Ну новичкам нормально. Потом, ну, да. Учитывая, что контент какой там ввели, ты 5-й, ты что, недавно, ты 5 что-то, ну, ввели тоже. Ну что... Все, можете возвращаться. Сюда возвращайтесь, чтобы центром вышли, чтобы на вас там не держались. Мистер чилит, как всегда. Хорошо. Главное, чтобы к Синдре подошел. Давай, давай. Только не забухай там. Ну, я могу только поздравить. Войско вызывайте. Это на Толгороде титана прям жить сколько. Вот, блядь, вместо того, чтобы напулить, вы его хуярите. Зачем, блядь? Отдай сюда. Я их отвожу к стенке, чтобы не отлетать. Так лучше. Два моба вместе стоят, быстрее умирают, кливают.
и не отлетаешь, в стенку уперся, стоишь. Это называется бросок через бедро, блядь. Нет, это захват питона. Захват медведя называется. Бросок через бедро медведя. Сейчас захиливаемся. Тотем убить. Так, история на те сопротов. На историю кружок поставил, кидать ему обмен на сопроты. Так, рыба стоит. Ешьте. Кому на распыл там? Так, Илья. Еще кидайте, кому нужен запрот, трейд кругляшку. Если кто уверен, там, если шпшники, допустим, стучкой нормально играть, может не пить запрот. Какой-нибудь жирный милик, там, ДК, допустим. Вот. Ну, роги, в принципе, могут не пить, кошем скидывают поражение. Да, я уж давно не пью. Вот, а тряпки всякие, хилы пускай пьют. На пулы, на войда. Все готовы, поехали. Короче, бросили бухать, да? Нет. Леша говорит, давно не пью, блядь. Я про сопрот. Глупцы! Зачем вы сюда явились? Ледяные ветра Нордскала
Ну прям слайд-шоу какой-то. 8 FPS. Поближе вставать, сейчас притяжка будет. Беги, малышка, беги! Киля, выключай демонов. А чё войс стоит? Это нормально, там забежит. Значит, ты ультрадур один хуя реснешь. Ой, килю. Только не встань под бомбу. Чё, ставки будем делать, как быстро его заставить применять ник? Последняя бомба падает, смотрите, не попадите под нее. Киля, блять. Как дела у тебя? Тебя лагает или что? Или тебе въебывать ГП? Вагон. Портал поставь, Киля, чтобы на притяжке, когда тебя притянуло, подкинуло, ты нажал портал и оказался в сейф-зоне. Один хуй, если не успеваешь, зубы по себе давай. Хотя это не поможет. Вот притяжка скоро будет, готовьтесь. Беги, малышка, беги! Вот 570 резиста, 43, 81% снижает. Метки синие вниз. Вот из этих ебаных бесов локовских, нахуй. Четвертая падает. БРов нет больше. Хилов четверо, поэтому со стаками поосторожнее, милики. Кош потратите, сразу 4 стака и стопайте, 4 стака и стопайте. Девять секунд, семь, шесть, пять, четыре, три, две, успели. Первую в звезду и сразу разбить. Ушли, мили. Сразу скинул, вот за этой скинул, стаки исчезли у тебя, сразу идешь менять, бухмастер. Вот ты скинул, иди менять. Стоим, не бьем, притяжка будет. Скидываем все стаки. Если будет глыба, еще вперед поднесете. Вот притяжка. Вперед неси, шаман, вперед неси. Вперед, вперед, вперед глыбы. Ушли милики. Вот он ставит. Сразу разбивайте эти две глыбы. Сразу две глыбы разбивайте. Хукмастера хильте. Хилы переключайтесь. Вот, иди меня, иди скидывай. В звезду и сразу вперед. Разбить. Милики, уйдите.
Вы прям через метку не бегайте, вы так заморозитесь. Сразу разбиваем. Звезду и сразу разбить метку. Звезду и сразу разбить. Куда ты, блядь, бегаешь криво? Сразу разбиваем. Все, скинул, иду менять. Так, следующую звезду. И будет притяжка. Не бить ее. Смотрим внимательно. Стоим ровно за глыбой, чтобы вас не притянуло. До половины можете подбивать, когда будет. А, это похуй. Килья. Вот. Как притяжка закончится, это разбивайте. Иди менять. Разбивайте. Следующую звезду и сразу разбить. Сейчас разобьете. Только не заморозь рейд. Хустер, хустер. Войда-то захильте. Вы что, сука, слепые, нахуй, что человек там с меткой стоит. Бичи, сука. Разбивайте три метки, нахуй, быстрее. В сторону вынеси. Все три метки разбивайте. Мастера освободите, ему менять меня надо, блядь. Иди меняй. Смотри, где бежишь в следующий раз. Бомжи, сука. Блядь. Кто вынес, как дебил, нахуй. Нахуя ты выносишь тут дыхание, сука? Весь рейд убьет, нахуй. РДД бейте. Метку звезду и сразу разбить. Ай, блядь, бомжи, сука. И что, нахуй? На ХП давайте все гимны. Сейчас на того такого метка будет. Надо будет сейв дать, зубы. Давай, история. Сейв. История, сейв. Ложный выпад нажми. Вот, на него сейв, на фул захилить его. Стоим, скидываем. Кукмастера хильте. Ну захильте его, сука. Дайте руки по нему. Скинуться стаки. Все, захиливаем рейд. Сейчас я пойду менять. Давайте Геру. Остальные все в сторону и разбивайте. Алло, метка, выйди с рейда. Метка с рейда, выйди. Геру, под давайте. Под хвост надо убежать. Геру. И добивайте. Дали Геру. Захильте себя, Мардаунд, Ультрадру. Захильте их, сука. Хэлла в сторону. Так, вынес, да? Ебать, захильте его, да? Вот вы бежите, видите, в звезде человек с меткой. Вот сейчас смотри. Нет, не появился склеп. Человек с меткой. Тринка. Человек с меткой стоит, блядь. Вы, сука, вокруг него, блядь. Один заморозился, нахуй. Второй босс обежал менять, тоже заморозился. Вы когда бежите, смотрите, нахуй, где вы бежите, блядь. Или вы не понимаете вообще нихуя. Там валька одна, и не сагрите ее, блядь. Тринька, огонь. Че, опять упало это? Кастерская трини? Нет, танка. Клык. А, он первый раз то падает. Хорошая танка. Ну, на сопротивление. Ну, вот как раз под синдру хорошо. Да. Да и под леча тоже. Угу. Я колбу ни разу не видел с открытия целка. А ты как раз не приходил. Она падала, раза три да, уже. Да. А какая разница, пришел, не пришел. Я все считаю. Я только один раз пропустил. Вот. Что, блядь? Синтек так же. Гуси, сука. Вальку агрим, да? Ну не бегите через мост, нахуй, она возвращается, блядь, видите? Она сейчас обратно полетит. Куда вы побежали, блядь? Все, теперь пошли. Говорю, не сагрите, один хуй агрит. Один хуй, блядь, покидай тело, блядь, присумоним тебя. Тебе нельзя бежать здесь. Я его лесну, да, тут. Не надо ничего резать, блядь. Заходите тут с суманем, блядь. Заходи в инст. Кукмастер, значит, с шаркарями стоишь. Чему к нему выносите? Сумоньте. Вот рыба.
келье хули украл, не будет тут. Келье тут, нет? В комнате надо помочь своему союзнику убить противника. И сбить ему каст, если на то пошло. Блять, келье, ёбаный урод. А как это шипешнику сделать? Она похуй. Сковывание нежити. Понял. Приятного аппетита. Не забывайте этот вардаун, ты будешь диспелить, короче. Не забывайте, диспелить надо с ДК танка тоже. Почему? Он сам себя не диспелит. Я. Что-то к столбу встал, страшно. Это странно, встал так. На ХП там крикните, вары. Там локовская что Так, шаркаль появился вот сзади. Сейчас он двигаться начнет. Чума хант. Мастере диспелим. Да, он и сука. Все встаньте под жопу босса. Как слышно, прием. Чума в рейде, выноси. Диспел. Выносите. Она на шаркарях, на маленьких мобах. Всех мобов забирать сейчас, блять. Искать чуму, блять. И за дебилов, блять. Саркаси. Вот где сейчас чума, блять? Приготовьтесь. На шаркарях, надеюсь. Вон она на шаркаре. Сука, говорю, да заранее даже диспелить ДК надо. На ДК, блять. 5, 4, 3, 2, 1, сдох. Сферы бейте. Мардаунт, в чем проблема, блядь? Почему нельзя было здесь? Да я ждал, пока он вынесет его туда, потому что я... Кто вынесет этот танк? Ну вот, я только задумался, что хватит танк. Пиздец. Ну это пиздец, это детские ошибки. Смотрите повнимательнее, кто что в рейде делает. Хил, хил, хил. Что-то с маной делайте, присты. Шамана у вас нет. Дайте инет по вардаунту. Я по визу давал, и там ардру у вас. Больше у вас нету друидов. Так что смотрите собак, там распределяйте гимны, только по очереди. Вон турет уже сдал гимн. Валик фулл ДПС. Право-лево разбегаемся, это сквернение. И ромбик РДД добиваем, блять. А не оставляем. Встаем на рейндж полукруг РДД хилы. Милики по команде с центра уходим. Только не на самый край, там будет осквернение и вальки одновременно. Милики выходим.
Осквернение 2 секунды. Смотрим сначала, где лужа, потом бьем валик. А, схватили урода. А валька одна улетела, ебать. Так она в оскорнение. Кружок, идите, бейте РДД. А, в оскорнение выпрыгивай. О, повезло. Так, кто там киле сдох, да? А, с центра сначала выходим, 5 секунд оскорнения. Сейчас я киле его резну. Встанешь после заражения. Ладно, захильте его. Сначала оскорнение, потом в центр возвращаемся. Возвращаемся в центр. Стой, стой, стой. Улетим на портал. За спину Луча вставайте. Фул ДПС по валькам. После этих валик уже босса будем переводить. Скорнение 2 секунды, разбегаемся. Два процента, к плечу поближе подходим, скоро будем на край идти. 1%. На край подходим, готовим масс сейв. Т4 настаканы у тебя, хукмастер? Давай, не зыбку, если настаканная. Если нет, то тогда только пал. Первый, третий мой, второй, четвертый твой. Шары бейте, их сейчас в два раза больше. Помогайте ханту. Так, это твой. Надо сюда Масхона отправить во второй рейд танчить. Шары, шары, бейте шары, 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 шары. Сейчас 5 хилов, внимание, будет кого-то хватать в комнату. Мгновенно захилить равника. Уже можете начать двигаться в сторону трона. Геру даем, как перейдем. Да, да, давайте, давайте сейчас. Ходу бьем. Прячемся, прячемся за лечом. Вы что, бомжи? Бэмстиллер, блять, слепые, сука. Улетят духи нахуй, вы чё, блять? Что? Что, блять? Дух ословил и сдох. У меня нет рейди. Белфаст. А, Белфаст, нахуй, сука. Одинаково начинается ник, нахуй. Усквернение. Меняй ник, нахуй. Сука. Белфаст, ГЦ, блять. С этим. С хлопком духа. Вот духи летят, смотрите. Сижу, захильте хилы. Бегите наперед уже. Сейчас оскорнение будет. Ты не от лича беги, а за личом беги. Вот теряешь ДПС, когда так выбегаешь. Ну, все с первого раза, да, убили? А как же вайп на лане? Ну, там легендарный вайп. Ну, там не считается. Это слишком легендарный вайп, он даже вайпом не считается. Технический вайп. Ну, на Синдере такой же. Перерождение не работает. Уважаемые.
Воид. Чего? По РБК. Идем куда-то. Да я ебал. И ВК. 25. В опер обратно. Я бы сходил и ВК, если бы Ануба убивали, блядь, мне там запы нужны, сука. Да-да, на Ануба. А что не так с Анубом в ВК, объясните мне. Там блокер нужен. Но сейчас типа без блокера не работает, не хватает? Нет. ЕП на НТ. Не, ну если он выдержит 4 тараканов, потом еще 4, то... Нет, там... Ну можно же залить их. Их нужно заливать сейчас с выбором. Ну я понимаю, я имею в виду не на переходке, а во время боя. Прессуйте на ИП там. Да, во время боя надо заливать. По-другому там не убить. Блин, сейчас зайду на персонажа. Даруй мне последнее благословение. Дай мне силу разбить эти оковы. Ну, если народа будет дохуя, сейчас вот замену у нас человек 5 есть, можно и ВК ебануть. Если люди поофаются, поуходят. Ой, давай ЕП. Сейчас на интику зайду, ёлки-палки. Заходите там на ИП, сейчас я лут посмотрю. У тебя еще две эти луки. Отлично. О, сундук. Еще один осколок. А что это за сундук, кстати? Что это такое? Ну, шемовский. Который вот идет наки. А, Ларри вот этот. Да, да, да. Накидка. Там из-за него же. Ну, давайте рарнику, это его. Он надо его сам лутает, блять, его мы не можем отдать, он сам его лутает. Ну, ему надо это, по-моему, право передать. Ничего надо ему ничего передавать. Ничего не надо, он сам забирает. Это его квест выпрыгнет. Ну, нормально, нормально. Это который замораживающий выпад, да, на нем? Типа блоч надо. Сануба. А, почти зашел. Так, завоеватель. Вообще, есть смысл сейчас вот эти вот ролить? Кого? Есть? Да, жетон вот эти. Но не без, так, без ГП. Можно, да? Без ГП кому надо, типа? Может, кто-то статы какие-то подбивает? Вот он чип коплится, ну. Так, все зашли на ИП? Звучит как халявная раздача ЕП. Заходите, кто хочет. Будете два раза лутать, я, блядь, вас вычислю, нахуй. Давай уж. Так, сейчас мы шури отнимем. 625. Вот ностальгия еще не успел, на арене был. О, нифига. Ты чё, ты выберешь, рарник? Оно всё упало, сумка. А, всё сразу? Нихуя. А что вообще даёт? И чё? Персональный портал в Долоран есть, прикиньте. Ну чё, она шкатулка Сильваны, чё, вот эти